Успех мирового масштаба пришел сразу к двум кировским спортсменам, причем оба выступают на льду. Один из них не только понесет олимпийский факел, но и выступит на самой Олимпиаде. 26 декабря в Сочи вятский конькобежец Алексей Суворов выступил на чемпионате России в отдельных дистанциях и стал четвертым на полуторке. Этот старт был итоговым для спортсменов. Лучшие получили путевку в сборную страны и почетное право участвовать в зимней Олимпиаде. Среди них и наш земляк. Второй же спортсмен Игорь Ларионов, нападающий кировской родины, вошел в расширенный список сборной страны по хоккею с мячом. В составе национальной команды игрок отправится на чемпионат мира в Иркутск, который пройдет с 26 января по 2 февраля.